я не позволю вам разрушить все, чего я добился. Вам даже не понять, какова ставка. Зачем ты все это делаешь? У тебя ведь были видения, Шепа. Из всей бестолковой расы людей только ты понимаешь, на что способны пожинатели. Их не остановить. К чему это бессмысленное копошение? Не жертвуй всем ради каких-то жалких свобод. Врага они пытались сражаться. И где они теперь? Погибли триллионы. Но что, если бы они сдались захватчикам? Существовали бы протаане до сих пор? Лучше подчиниться, чем погибнуть. Ты веришь, что пожинатели сохранят нам жизнь? Теперь понимаешь, почему я не обратился в совет? Нами, органическими существами, правит не логика, а эмоции. Мы будем драться, даже зная, что не сможем победить. Но если сотрудничать с пожинателями, если стать для них полезными, подумай, сколько жизней можно сберечь. Как только я это понял, то присоединился к Властелину, хотя и знал об опасности. Я надеялся, что эта база защитит меня. Ты боишься, что Властелин влияет на тебя? Что он контролирует твои мысли? Я изучил действие внушения. Чем больше Властелин контролирует жертву, тем ниже падают ее способности. И в этом мое спасение. Я нужен Властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне. Пока что. Но превращение из союзника в слугу может происходить постепенно. Я не допущу, чтобы это случилось со мной. Почему геты пошли за Властелином? Они считают Властелина чем-то вроде божества, вершиной своей эволюции. Но реакция их божества вполне выразительна. Оно оскорблено. Властелину не нужны жалкие попытки гетов поклоняться ему. Геты лишь инструменты, и это не изменится, во что бы они ни верили. Но как инструменты они полезны. Они переживут грядущее вторжение. Чтобы органическая жизнь сохранилась, мы тоже должны доказать, что полезны. Должны работать на пожинателей. Скажи, зачем Властелину нужен канал? Что это такое? Может, мы найдем способ их остановить? Канал – ключ к вашей гибели и к моему спасению. Чтобы найти его, Властелину нужен я. Это единственная причина, почему он до сих пор не подверг меня внушению. Властелин манипулирует тобой, а ты даже не понимаешь. Ты уже в его власти. Нет, я нужен Властелину. Если я найду канал, он обещал избавить меня от неизбежного. Это моя единственная надежда. Вместе мы остановим Властелина. Нам не обязательно подчиняться пожинателям. Мы можем их победить. Я в это больше не верю, Шепард. С видениями не поспоришь. Пожинатели слишком сильны. Единственная надежда выжить — присоединиться к ним. Властелин — это машина. Он мыслит, как машина. Если я доказываю свою полезность, то становлюсь ценным ресурсом. Другого логичного вывода нет. Ты был спектром. Клялся защищать галактику. И нарушил эту клятву, чтобы спасти свою шкуру? Я не для себя стараюсь. Пойми, Властелин победит. Это неизбежно. Мой способ даст хоть кому-то из нас шанс выжить. Я созидаю союз между нами и пожинателями. Между организмами и машинами. И при этом я спасу больше жизни, чем удавалось кому-либо. А ты хочешь сломать то, что я строю. Обречь всю нашу цивилизацию на полное уничтожение. Поэтому ты умрешь. Ага, 300 раз. Ну что ж, давайте убивать Сарана. Сейчас возьмем барьер. Оп. Баба. Там вообще можно убить? Да, можно. Но его щиты, смотрите, как хорошо восстанавливаются. Может быть, биотикой на него попробуем воздействовать. Ага, 300 раз получилось. Еще получается. Ух. А вот он там забомбил. Ну-ка, подымем Гаруса. Что происходит? Да ладно. Что, бьет?
Обалдеть. Вот это был взрыв. Да, конечно, жалко Эшли, но ничего не поделаешь. Жертва я в любом случае была необходима. Я не могу поверить, что Эш не выжила. Как мы могли ее просто оставить? Уильям знала, чем рискует. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти остальных. Но почему я? Почему не она? Выбирать было не вам, Оленка, а мне. Я выбрала вас. Но если бы я сделал свое дело, вам не пришлось бы выбирать. Это не ваша вина. Это не моя вина. Единственный, кого надо винить, это Сарен. Так точно, мэм. Мы это сделаем. Капитан, простите, что прерываю вас, но у меня появилась мысль. Мне кажется, маяк, который вы нашли на базе Сарена, аналогичен маяку с Иден Прайм. Он может заполнить лакуны в вашем видении, а мне удастся помочь вам сложить все кусочки вместе. Вы снова хотите слить наши разумы? Ладно, приступайте. Расслабьтесь, капитан. Обнимите Я не думала, что образы могут быть столь яркими. Мне нужна минута, чтобы собраться с мыслями. Видение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей Протеанской империи. В нем говорится о вторжении пожинателей, но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. Ил. Канал находится на Иле. Вот почему Сарен хотел найти Мюри-транслятор. Это единственный способ попасть на Ил. Почему вы до сих пор не говорили нам об Иле? Мюри-транслятор ведет к десяткам звездных систем и сотням планет. Откуда мне было знать, что ему нужен именно Ил? Без шифра образы ваших видений были нечеткими. Я только сейчас узнала в них приметные места Ила. Нам надо попасть на Ил. Забудьте. Мюри-транслятор находится в системах Термина. Там не любят ни корабли Альянса, ни спектров. Канал находится на Иле. Туда направляется Сарен. Я буду ждать его там, когда он появится. У Сарена будет целый флот на орбите Ила. Вы не сможете опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить совет. Нам нужен флот, чтобы... Ох... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Доктор Чаквас вас осмотрит. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых. В каком-нибудь тихом месте. Здесь мы закончили. Вы свободны. Капитан, тут рядом есть буй связи. Могу наладить канал, если вы хотите доложить совету Цитадели. Ну, типа, предупредить их о Властелине. Установите канал, Джокер. Они должны это знать. Соединяю. Капитан Шепард. Я рада, что ваша миссия на Вермайере была успешна. Сарен представляет угрозу и без армии Кроганов.